Добрый день, дорогие друзья. Начинается Спруя. В заголовке написано, что пока что ХС, потом будет Дотка, Battle Cup. Дрёс будет. Да, с Андрюхой договорились, сегодня Battle Cup ебашить будем. Он говорил, что вроде слотов нет, но вроде появился слот. Так что поедем в Battle Cup сегодня ебошить. Пока на картишках посидим. Я без света буду, гайс, так что такое. В ламповой обстановке. Не обессудьте. Блин, Грей, привет. Алёша, здравствуй. Это не негры, это охотники за привидениями, заебал. Надо музыку тише сделать чуть-чуть. Вот так вот, я прям на фоне оставим. Как сам? Ничего, Ген. Пойдёт. Так, это мы потрейдим. Не иду в микрофон, но я пониже опущу, ладно. Я думал, просто опять проблемы с войсом будут. Создаешь мандик? Нет. Заебал свет мне какой-то уебанский. У меня еще лампочка, она перегорела, блядь. Бесит. Вроде вебка сейчас более-менее показывает, из второго монитора нормально все. Мама, ама криминал! Мама, ама криминал! Silver and Silver Sub в год, мать твою. Охуенные стримы. Спасибо тебе за охуенные стримы. За день энергии на шерпан. Ты сделаешь это, парень? Сделаешь? Надо делать грязь. Не просто так ты на меня год подписываешься. Я должен сдавать. Спасибо большое. Успешно, спасибо тебе за 4 месяца. Кувошь, шел 4 месяц, как я встаю. Да, спасибо тебе за это, парень. Спасибо. Ты с Соло общался после мажора? Как настроение у него? Нет, не общался с Лешей. Джиндус, привет. Колываныч, здорово. Что за КП Прайд поехали? Алло. Дихайп, да только ж поток запустили. Людей мало сидит. Сабов не так много. Не могу голос громче сделать, потому что кто-то говорит, что я иду в микрофон. Так, а что делать? Ну ладно, просто отдадим сову тогда 3-4. Дон добрейшего вечера. О, господи, как не прочитать. Кьюи Гон Джин на сале. Привет. А ты прям по фейсу едешь, да? Жестко, ну ладно. Хуёвый, значит, микрофон? Наверное, не знаю. Наверное. Здорово, Владик. Так, что-то мне не нравится это чельбас. Очень. Добавим капельку гноя. Капельку гноя себе добавь. Нам хп просто надо. Мортис, привет. Потихонечку. Что, стак намечается? Ну, пока я знаю, что только Андрюха будет. А кто у Андрея там в стаке, я хз. Я пока так. На хвосте сижу. Квай Гон Джин. Из Звездных войн на сале. А, все, я понял. Хотя я не фанат особо Звездных войн, ну ладно. Сорянчик, парень, сорянчик. Так, что-то мне не нравится этот челик. Очень сильно, твою мать, не нравится он. Давайте так сделаем. Конфуз. Маэстро, ну это уже прям очень жесткая ретро-рифа. Прям очень жесткая. Выпусти силу на Андрея. Сейчас объясню после сабоси. Да, это единственный мой киллер был. Зачем туда? Игрипал, ебаный, блядь. Атаряша, 15 месяцев, братиш. 15 месяцев. Спасибо большое, братиш. Добро пожаловать назад на стрим. В семью.
Добрый вечер из Минска, удачного стрима. Вестфорд, спасибо большое, я Минску огромный привет. Так вот, насчет UFC, ребят, я после, точнее, во время операционного периода нечаянно ночью наступил на модем, который поддерживал мою плойку, и поэтому я сейчас без интернета. Вот. Ну, без интернета на этом, как его. А, на плойке, вот. Обычно-то интернет у меня есть, я второй же подключал. Ну, кто в курсе, тот знает, что я подключал интернет специально для плойки, и из-за этого я, короче, не могу сейчас вещать. Как заменю модем, так обязательно возобновим всю эту хуйню. Меня бесит аутисты в ХС, которые по 20 минут сидят над тремя картами, сука, вот нахуя они так делают? Я не знаю, Лёш, есть такие парни, есть. В основном, может быть, это стример, ты не думай то, что это дебил какой-то, это, возможно, стример, который с чатом пиздит. Ты кефирчик любишь? Нет, кефир вообще нет. Вообще особо молочный продукт не обузю. Мама, I'm a criminal. Так я саба, да, но он кого-то пропустил. Пока же ты сделал. Мама, I'm a criminal. Или нет? Мама, I'm a criminal. Или нет. Мосби 1991. Спасибо большое за подписку. Вот тебя я, походу, и пропустил. Хотя я только подписался. Спасибо. Добро пожаловать на стрим. Я рад, что ты с нами. Так. 4-4, 8 маны. Ну, мы можем, в принципе, стол весь зачистить, нахуй. Но интересует ли это нас сейчас? Я думаю, что нет. Пока что мы можем посидеть. Мама, I'm a criminal. Пока посидим. Мама, I'm a criminal. Тринатик Флейм, привет. И Тильчик, спасибо большое, братиш. За 2 месяца ресаба. Новый аккаунт и уже сабулес. Спасибо, братан. До сих пор абус работает. Я не уверен в этом, если честно. Ебать, ты неудачник. Ты не заморозил единственную карту, которая сейчас будет ремувалить тебя. Ага, он это рейдер будет, я понял. Ок. Заебись, что он дракона не успел. Хотя нет, не заебись. Но дракона вообще надо будет убивать. Матерь божья. Бля, имеет смысл, конечно, бука монстра выпустить. Но он не такой жесткий. Давайте, наверное, с метакрыла. Все-таки 12-12 число очень приятно выглядит. Смотрел ли Трусайт про финал мажора? Если смотрел, что думаешь по этому поводу? Немного прижарило, пукало, если честно. Насчет чего? Насчет того, то, что ВП выставили не в лучшем свете, а OG нормальные? Я с тобой согласен. Да, я смотрел полностью. Вчера ночью как раз перед сном смотрел. Ну, типа, не особо, на самом деле, какой-то профессиональный подход к фильму. Найс. Хотя у него еще спел какой-то будет дешевый. 100%. Да. Или смертокрыло еще заморозит. Как ты мне не нравишься, парень. Так, ну краб здесь юзес. Блять, что это за колода невероятная какая-то. Любимая потасня в хэсике. Я вообще по тасовке очень редко играю, если честно. Даже похуй, что там дают пак, но я очень редко захожу. Креслалика, привет. Привет, Креслалика. Раньше я обитал тут под ником Финзыгай. Какие-то цифры. Понял. Понял. Рад, что ты подключил поток, Альберт, а то на стене совсем подгнило, как цветная капуста в моем холодильнике. Блять, жесткое сравнение, если честно. Очень. Бля, а вдруг там антимэджик? Антимэджик будет очень грустно. Вот Холинова. Найс. В смертокрылах не будем ШВДшки убивать, наверное, я думаю. Просто от непредвзятых Вольво такого я не ожидал. Засрать единственный регион, где Дота популярнее Лола, это как-то стрёмно.
Я с тобой согласен. Это выглядело чересчур уебаться. Согласен. Что ты хочешь? Как же ты обузишь карты мои престовские? Он же престовские карты получает, правильно я понимаю? О, мать твою. Мне просто не даст смертокрылом ходить по ходу дела. Тоже стрекан был? Да нет, у него же новый аккаунт. Кирбис, привет. Как жизнь, детильчик, потихоньку, потихонечку. Сегодня потолка будем играть. Затрачиваю кунки в доте. Куночку в доте ебашу прям. Прям жестко. У меня там, по-моему, за 7 игр всего лишь 2 луза. Ну, я пати, конечно, рейтинг сейчас пока что играю. Хз, что с этого выйдет, если честно. Ёб твою мать, что ты делаешь, братан? Как от этого отбиться? Дайте казакуса. Челик вообще не понимает, что он творит, походу. Неплохо. Бля, я испугался. Трабл. Действенность, прощай. Здорово, Ал. Привет, парень, привет. Еще ты подписался, еще и донатишь так жозенько прям, я смотрю. Пятихатка — это не очень неплохой донат. Спасибо, Мозби. Спасибо большое тебе за поддержку. Дай бог здоровья. Так надо что-то делать. Что здесь делать, я не знаю, если честно. Черезина выкидывать, по-моему, нет вариантов сейчас. Шотнуть нас, по идее, не должен. Хотя, может быть, пиробласт. И это очень грустно. Очень грустно. Шерозина придется выкидывать, ладно. Выкинем вот этого дядю, заморозчика мы убьем. Похилимся. Баблинг Дук минус. Потенциально хорошая карта должна была быть с него. Тоже собираемся поплеять Battle Cup. Удачи вам, ребят. Всем, кто будет играть, всем удачи. Сам колоду собираешь или берешь откуда-то? Да я ж не профессиональный игрок, ребят, чтобы пиздатая что-то такое. Нет, конечно. Беру колоды нахер спауне. Стука на поездку и хера дороговато. Ну, я еду не один и все очень грустно, да. По билетам. Там билеты только 20к плюс выходят туда-назад. Плюс проживание, плюс еда. Турнир-то не один день будет идти. Из-за этого такая херня. Привет, Джейн. Привет, привет. Trouble. Друган отдыхал в Питере. Нажрался в дрова. Проснулся рядом с бабой в одних трусах. Когда к нему заходили люди, они ржали, фоткали и выходили. Оказалось, что пока он спал, она напускала повидло с кусочками сухофруктов по всей кровати. Приехал, бросил пить на год. Счастья тебе, Альберт, и здоровья семье. Спасибо большое. Что за жесть только что я вообще слышал? Блять. Это очень жестко. Спасибо большое за поддержку. Блять. Господи Иисусе. Я соболезную типам, которые оказываются в таких ситуациях. Биг Майк, спасибо. Так, 7 брони, да, у нас, значит, есть. Но мы прибавим хпшечку. Надо затрейдить всю эту ветошь. Вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну и хилим лицо. О, ебать, минус медив. Как же тебе запорола эта карта все? Там Андрей проснулся. Или ты сегодня в соляру? Не, я не в соляру. Мы к батлкапу должны были собраться. Ой. Бля, очень надеюсь, что это не Вапорайз. Если это Вапорайз, это грустные новости. Прям очень.
Щетмен. Акабумыч, 15 месяцев. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. Добро пожаловать назад. Че, он еще не ливает? Но он еще и карты ворует, еще и... Короче, отвратительно челик играет. Очень. У него еще две карты осталось. Фатиг близко. Бизончик, привет. С кем Battle Cup играет? Ну, пока я Андрюха. Но Андрюха там еще кого-то будет брать. Я не знаю, кто, правда, будет играть. Но пока что такой состав. Остальных я не знаю. Кто будет, кто его не будет. Сброшенная мной в течение матча. Ну ладно, тупо из-за статов возьмем это дерьмо. Неплохо. У меня скоро кончатся карты. Да, у тебя карты кончатся скоро. Потом. До свидания. Что, теперь членкой был или какой-то более-менее сильный стак нашел? Да нет, просто Battle Cup играть. Больше не меньше. 15 левелов надо на компендиум. Видос эпицентра будет. Вообще, Сашка, если я все-таки поеду, Сашка собирается с Энджик там то ли стримировать, то ли что-то, ну, с телефоном мутить какой-то контент. Что-то мы придумаем точно, чтобы не оставить без внимания людей. Удачи на Туличе вам тоже. Спасибо, Этильч. Спасибо. Топаль Плейн, привет. Так, ШВД мы уберем, ЧВП оставим, теточку оставим. Доминго, это не тот же? Нет. Нет, это не тот же. Ну ладно. Кстати, тот маг какой-то очень странный был. Прям очень. Шкалакабум. Аликап, с удачного стрима. Спасибо. Го встречу с фанами в МСК. Ну, ребят, если вы придете на эпицентр, я там буду. Я, конечно, не буду игнорировать ребят, которые все-таки будут подходить. Так что 100% с кем-то мы поговорим, пофотографируемся без проблем. Изи. Я же вам не папич мизантроп ебучий, который от людей убегает. Как же ты даешь мне карты, братан? Ну, такая ошибка. Подождал бы немножко. Книга не к спеху вообще. Невероятная находка. Вообще, unbelievable прям. Так, мы на дракона оставим. Есть вероятность, что он играет через дракона. Призывает копию вашего выбранного существа 1-1. Бля, есть ли смысл, что у меня там за карты вообще? Я очень сомневаюсь, что эта карта заиграет. Ну ладно. Есть. На булках шерсть. Как, по твоему мнению, самая красивая рубашка? Как тебе StarCraft рубашка? По-моему, самый топ. Ну, да, у меня ее нету, потому что мне было впадло покупать игру только из-за рубашки. Я не StarCraft'ер. Я в самый первый StarCraft играл еще, будучи молодым юнцом. Интересно. И то только как бы это... компанию на старом ноутбуке. А так все. Меня сото StarCraft'ер. Костик, здорово, братан. Здорово. Дальше на стриме Battle Cup. Спасибо большое. Так, убиваем эту тетю. Подроваемся, посмотрим, что там еще есть. Это не антимэджик. Хороший секрет. Прям сойдет под лейт. Я так 7-8 ходу мы его поставим. У тебя по телеку Ghostbusters идут. Да, я знаю. Маринка их смотрела, но сейчас она слипает. Бля, как же фильм этот ужасно выглядит сейчас. В детстве я прям ссался нахуй, когда его видел. Вообще, самая красивая рубашка — это легендарная все-таки. Я к ней долго шел, я ее все-таки взял, и теперь ее особо и не хочу менять. The Voice, привет. Прошу прощения, но вы горите. Бля, переделали озвучку. Он же раньше говорил: простите, но вы горите. Что за дерьмо?
нечестно. Взявая. Это нет, нельзя вы. Ну хотя ладно, мы секрет брали, в принципе. Хотя мне ничего такого жесткого в руке особо и нету, чтобы подходило им под секрет. Все равно неприятно, даже любая карта портила очень неприятно, если бы ему отдавать. Куда Вильгельм улетел? Я после того, как слетел ОБС, у меня просто был недавно конфуз. Когда я на перерыве выходил покурить, я выключал вебку, потом пришел, нажал включить вебку, у меня лагает ОБС почему-то. Потом все настройки ОБС слетают полностью, и вся сцена убирается. Поэтому я не знаю, где сейчас эту гифку найти. Наверное, на компе сейчас нет. Из-за этого на скорую руку добавлял все, что есть. И все. Так, шестая мана. Мне это не очень нравится, если честно. Ладно, тортилу выпускать. Это было ожидаемо, потому что я знал, что у тебя в руке еще один секрет, братан. У него всегда такая озвучка была. По-моему, он говорил, простите, но вы горите. У меня, кстати, такая же херня была недавно. Вот меня эта хуйня и бесит очень сильно. У меня уже такая херня два раза была во время стрима, и у меня полностью весь комп. С таким звуком... И ничего не сделать, блядь. А ты неплох. Ты неплох, братик. Бля, там какие угодно секреты могут быть. Мне это не нравится. Мы можем, в принципе, еще одну черепаху вызвать. Окей. Окей. Ну, неплохое комбо-бомбо есть. Хотя мне бы удешевителя немножечко в руку. Не, гризли, я потом найду. Сейчас просто не до этого. Я боюсь, что опять такая же херня может случиться, поэтому... Его на скорую руку и не ставишь особо этого. Пусть оставишь все основное, все, что нужно. Чё, как ноги? Уже более-менее. Получишь, слава богу. Trouble. Сижу, мотыляю ими. Я тут подглядываю. Хорошо, Тронтур. Спасибо большое за поддержку. А ну, давно Тури смотрит игру. Подсмотрщика. Так, ну мы тут убиваем эти карты, нахуй. Донецкий, братка, привет. Привет, Париж. Я хочу поколдовать. Нашел в группу скинуть. Не надо, ребят, я его найду потом все равно. Когда уже ОБС настрою. До конца. Сегодня я точно уже менять ничего не буду. Облепился, молодой человек. Так, два секрета уже вышли. Копии, да? Поэтому мы можем изи книгу воровать. Вот этого я не ожидал, конечно. Хотя в секрет мага вообще, ну, типа, кто как играет. Но вообще, архетип немножко другого, типа, я видел. Я видел то, что без копий играют, антимагия катает, глыбы, спеллбендеры. Плохой дроп. На мне зелье есть в колоде с Даркабалом при стом комбини? Да, конечно. Комбия зелье есть. Так, что с этой хуйней делать-то? Не очень мне этот парень нравится. Ладно, давайте копию раскопаем. Пару спеллов еще утонем. Только... Это просто жуть, нахуй. Madness, да? Пироманта выпустим. Я и тут посижу. Хорошо, Тронту. Усаживайся где угодно.
Кумдонор, привет. Или Камдонор. Камдонор, скорее всего. Потому что от слова камшот, походу. Минус фростболт, найс. Найсец. Ну, секрет маг, который меня не пропушил, отдал две секрететки. Огромные проблемы у депочки, огромные. У меня еще одна УЕ зачистка есть. Как нога практически зажила уже. Правая нога вообще в порядке, на которой был Левая, после того, как швы сняли, уже более-менее. Вот 101 рябчиков, не болей, Альбертик, спасибо за стрим. Спасибо тебе, братан, за поддержку, спасибо большое. Постараюсь не болеть. Я прошу прощения за кашель. Надо будет Амахаслу вернуть на донат. Что-то я поностальгировал по видосам недавно. Охуенный войс был доната. Очень. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Давайте 8 дэмэджа возьмем и призывает демона. Неплохо. Индикатори сап 16 месяцев. Мать твою. Вот это вот сапы. Вот это жестко. Вот это жестко. Жозенько прям даже, я бы сказал. Так, дядя, выпустим. Хотя это очень опасно, потому что может быть флеймстрайк. Спасибо, добро пожаловать назад. Темтопуджик, здорово. Че, Вася одолел кулдана? Я только не маха слал, терпеть я не могу, плиз. Хоть голосовалку сделай. Я знал, что кто-то найдется по-любому недовольный. Давим молодого человека. Наши уроды в хоккее 4-2 Канаде проебали. Слава богу, я не смотрю хоккей, чтобы не горела жопа. Хуй там он нас ебет. Есть видео, где он вас ебет? Бля, я же вам говорил, это не особо простой босс. Долговато там посидите еще на нем. Сквидмейн, привет. Так, Андрополис ничего не писал? Не, пока ничего не писал. Таратиритатата. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, Друха баталка позже будет запускать. Ну окей. Окей, мы до баталка пока в картишке покидаем. У нас же РТ 3 дня в мифике, по 3 часа у нас только пулов 60. Ну, когда у вас будет пулов 40 где-то, 30-40 пулов третьей фазы, последней, тогда уже будет попахивать убийством. Пока вы не переводите его как на Илюшу, то это сложно. У нас всего 34 пула третьей фазы, и мы его ёбнули. А так 130, по-моему, пулов до перевода на Иллидана, это пизда вообще. Уебанский босс, потому что бой очень долгий. Вы сдаете Геру Васин до этого? Как его? Ну, в начале Геру юзаете или нет? Если не юзаете, это ошибка. Чтобы не было ада, надо юзать. Потому что там две Геры можно заюзать за бой. Вот. Мы на батлкапе писю целоваться на 1-2 поезд запускать. Не знаю, Хвостик. Это не ко мне вопрос, а не пати лидер. Что это вообще? С Мороузом челик играет. Ладно. Анклейдж, привет, братиш. Из БСБЛ переводим на фазу без ада. Хуя вы жесткие. Ну, в принципе, ее солить там не надо. Ее там можно отдавать. Чтобы быстрее перевести. Я юзаю одну Геру, вроде осиливаем. Интересно. Трантух, хорош. Вообще мы отдавали Геру точно. У нас 2 килла уже. Смотрел Гейр Дуна? Это же Мэт. Если вы о канале. Так. Я думаю, можно отдавать уже. Геромантика.
Одну уешку стоит взять. Хотя у меня драконье зелье в руке. Странный я тип. Познакомился с чуваком после феста, он вов играет X12 Гладиатор, X6 R1, это типа хира в линашке что-то. Типа того, да. PvP-шер. Так, посмотрим, что еще за зелье мне тетя даст. Оу, ще. Хорошее зелье. Теперь он пьердун. Я знаю. Тотка будет? Да, будет тотка. Написано же в этом заголовочке. Когда примерно не знаешь, что именно. Когда будет дотка, дотка будет 8. Но ближе к 8. Так, выпустим разу. Пока будем карты хилить. Вроде все неплохо, надо стол контролировать. Роуз, потому что чел через Колдблад играет. Колдблад? Колдблад же на этом. Если я ничего не путаю, это роговская карта, не? Если я ничего не путаю. 5-1. Так, краба мы не будем отдавать, потому что может быть пират. Вообще изи может быть. Bloodlust. А, Bloodlust? Ну, Coldblood, ладно. Bloodlust, да, есть такое. Кровавый последний? Да. У шамана есть такая карта. Эту карту мы знаем. Опять этот ёбаный луковый пучок, нахуй. Чиполлино ебучий. Блять, я хп не прибавил, я не прибавил хп ворона. Ёбаный рот, бля, пиздец. Закинули. Зади сюльчик будем спелкрафтить. Всем существам. Обрадую молодого человека, бля, кто-то звонит. Кто это? Секунду. Так, сорянчик, есть телефон был. Во имя света. Бля, что он делает? Давай, выкидывай все свои карты нахуй с руки. Еще один водоворот. Ну, тут хулинова прекрасно заходит, просто пиздец. Ну, правда, тотем один оставится, но это похуй. Бля, или потерпеть. Мы же ему вообще весь стол обосым нахуй. Хотя, если там Bloodlust будет, мне пизда будет. Нет, мы будем убирать эти карты. Что у тебя там в руке осталось? Ну-ка, давай посмотрим. Чиполлинос, да? Окей. Окей. Что за телефон? Samsung Galaxy. Ты смотрел True Sight? Если да, то какие ощущения? Смотрел. Опять этот привкус проеба не очень вкусно. Поменял свою старенькую ноги, да. Пришлось сделать грязь. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Привет, Джордж. Мама, ама криминал. Потихонечку. Я не успел прочитать по губам, слишком быстро говоришь. Сорян. Я в спецназе просто был, как бы. Пришлось. Здоровья потихоньку. Шка! Ресап 3 месяца, спасибо большое. Добро пожаловать назад в семью. Так, ты заставляешь меня юзнуть зелье. У нас там демон, да? А-а-а. Ты хитрец, ебать копать. Она 6, да, наносит всем. Ну и краба нашего сдует нахуй, да? Ладно, ну тут мы будем чистить точно. Пошел ты нахуй.
вопрос, будешь комментировать? ВП нет, ребят, у нас 8. Через час уже игры на Battle Cup, поэтому нет. Как-то раз ты говорил, что закидывал в Hearthstone не пару десятков тысяч рублей. Вопрос, почему у тебя такой ранг, и часто ты играешь в хер... кровь-камень? На данный момент нет. Раньше много играл. Я, может быть, за этот месяц заходил 1-2 раза, ну, по часа, там, полтора сидел, играл. Поэтому я 12 ранг там взял, и все. В этом месяце конкретно, да, раза 2 я заходил точно, не больше. Так, ты мне не нравишься, челик. Очень. Ебать, там карты лютые, нахуй. Бля, эту тетку и так сдует. Давайте сделаем вот так. Вот так. Блять. В конце хода, не, ее надо тушить нахуй. Бля, ну этот дракон сейчас будет тапать себе хп, это просто пизда. Точнее, не хп, а атаку. Двойную. Мне пизда, короче, от этого дракона. Я его не знаю, как убивать. Только если сейчас какая-то тартола придет, я ее даунтом закрою. Вестника поставлю. Тогда у меня есть варики. Хотя вариков уже очень мало. Сдал сказ. Ох ты ж, блядь. Добавим капельку в ноги. Сдай, ебать, следующие 16 атаки. Ты думаешь, какие шансы ВП на инте? Но если проклятие не будет работать на Алёше, то неплохие. Топ-2 точно. Ну, топ-3, ладно, топ-4. Топ-3, топ-4, инт всё-таки серьёзные мажоры. Там намного другой подход у команд. Как же меня сейчас разобьёт ебало этот дракон. Пизда вообще жёстко, нахуй. У меня только ШВД какой-то спасет, если оно сейчас вообще дастся. Да чтоб ты усрался нахуй. Что за проклятие у Лёли? Проклятие не выигрывать крупный турнир мирового характера. Короче, турнир от ГВ, надо так скажем. Эднис. А, фак, щет. Камон, лицдус. А, Шомин молодец. Повезло ему с драконом. Очень. Я хуй знаю даже, что делать, если честно. Ну, следующий ход 32 атаки. Точнее, давайте дадим ему шот на себе, я хуй знаю. Давай, ляпни мне 32. Мне кажется, противнику надо мачекнуть, а то пиздец. С драконом ему подпротив, я хуй знаю. Я еще и зелье не смог заюзать по нему, чтобы уешкой его цепануть. Это вообще лаки мэпы просто. Красава.